Вместе навсегда, люди города. Вместе навсегда, лучшие года. И зимой снега, и весной дожди. Вместе навсегда, только ты и я. В 2004 году я сделал свое первое шоу в Москве. В этом году мы празднуем 20 лет с момента первого шоу. Это страшные даты, но мы по-прежнему вместе навсегда. И все те, кто выходили тогда, выйдут и сегодня. И на втором шоу еще будет один большой сюрприз для всех. Очень знаковое выступление. Я очень рада сегодня принимать участие в таком большом празднике, в шоу в честь юбилея Ильи Авербуха. Мы работали с ним вместе на многих проектах, и я могу сказать, что для меня невероятный опыт работать в театре с таким человеком. Он очень творческий и при этом обладает такими организаторскими способностями. Мне кажется, эти два качества редко сочетаются в одном человеке, и именно это ему помогло достичь успеха. Поэтому я очень рада сегодня быть здесь. Мы с Ильей уже очень много лет работаем, и больше количество лет мы сотрудничаем в шоу, конечно же, да, и Илья более популярен и более прославлен как постановщик не технических программ, а именно программ для души, так сказать, да, то есть Илья умеет играть на струнах души и учит этому нас. К Илье отношусь с большим уважением. Давно-давно, когда еще была у нас разруха, он был первым человеком, который возродил шоу на льду. Он собрал команду единомышленников, и вот они стали тренироваться, ездить по стране. И сегодня это очень высокий уровень. Я очень рада, что это все на наших глазах. И собираются стадионы, и в Ледниковый приходят новые участники. Это большой праздник сегодня для нас, для всех, поэтому я здесь и не могла здесь не быть сегодня. Так, Наталья, расскажите, как вот вам сегодня выступалось? Такой красивый номер был. Очень был трогательный номер, и Лёшу с Машей я знаю очень давно, как раз 2010 года, с того самого года, когда родилась Полина, как оказывается. И это, конечно, совершенно взрослая девочка, и вот Илья, он, конечно, мастер на внимание души своими номерами, потому что вот я стояла, пела, и меня это тронуло до слез. Я думаю, что зрители тоже были очень впечатлены. Самое важное — вызвать эмоцию. Вот меня прям безумно трогательно мне было петь эту песню сегодня, потому что такая семья, мама с папой, заслуженные такие мастера. И тут раз уже и доченька подросла, и они все вместе, это безумно красиво. А часто сами катаетесь на коньках? Нет, я не надевала коньки ровно год после последнего проекта. Ну, это очень хорошее, если ты делаешь две ленточки, они потрясающие в своем плане, что они вот очень гибкие. Да, и вот пришла идея их использовать именно вот в таком варианте. Но традиция давняя. Вот первая Олимпиада, когда была в Сочи, там 139 человек выходили с таких лент. Вот, но они были тогда еще несовершенны, ломались. Ну, их потом чинили. А сейчас современные технологии позволяют просто вот такие вот замечательнейшие ленты. Вы видели там, как это все было. Да, да, это было. На льду. Ну, будем надеяться. Так, а где кнопка, как в том фильме? Значит, это было сделано в кратчайшие сроки, поэтому никакой кнопки нет. А. Есть только вот такая штучка. Разъем. Потому что нет, выключать это все время. А сроки такие, что других вариантов нет. Все. Все, классно. Спасибо.
всем за эту поддержку, за эту любовь. Это огромное удовольствие выходить на лед и видеть полный зал, и когда тебя так принимают, это огромное удовольствие, ни с чем не соизмеримо. Поэтому я еще раз всем и каждому хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку, которую я чувствовал на протяжении всего этого ужасного времени. Хочу поблагодарить в первую очередь, конечно же, свою любимую жену, которая была каждую минуту со мной рядом, также моих родителей, моего брата, всем тем, кто я был безразличен. Поэтому, что хотелось бы сказать, конечно же, поздравить Илью с юбилеем, с этим днем. Я рад, что сегодня я здесь вместе с тобой, вместе со всей командой, которая тоже была со мной рядом в своем трудной жизни. Несет нам тяжелые испытания, но если с вами близкий родной человек, то, наверное, имеет смысл идти дальше и жить дальше. Поэтому я вам всем этого желаю. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Крепкого здоровья, как вы видите, это самое главное, все остальное будет. Спасибо вам огромное за вашу любовь. Спасибо. Только что выступал Роман Костомаров. Как вам? Вот ваши эмоции? Слушайте, ну, когда ты не можешь описать эмоции словами, наверное, они самые настоящие. Во-первых, я хочу сказать, что когда я узнала, что к этому номеру подводку буду делать я, там внутри все сжалось. Я вроде суперпрофессиональный человек. Я понимала, что я же знаю, что будет в середине номера. Я же знаю, чем он закончится. И, ну, во-первых, для меня это огромная честь. Впервые, когда Рома вышел на лед, а когда мы делали с ним интервью буквально несколько месяцев назад, говорив с ним, я точно знала, что он будет. У меня не было ни капли сомнений. Рома всегда таким был. Большой перфекционист. Ему всегда нужно быть лучшим. Ему все время нужно качественно все сделать. Поэтому сомнение, что он будет голодным, у него железный характер, совершенно невероятная поддержка со стороны его жены. Оксана – это вот настоящая жена во всех смыслах этого слова. Поэтому они большие молодцы, это их общая победа, то, что сегодня произошло на льду. Классный, прекрасный номер, шикарный. Как вот вам вот номер шикарный, благодаря потрясающим фигуристам Александра Степанова и Иван Букин. Я знаю, что они уже давно катают этот номер, и не впервые мы выступаем нашим трио, получается. И я очень благодарна ребятам, что они выбрали мою музыку. Изначально было так. Мне очень приятно, это всегда мурашки, это всегда завораживает. И вообще обожаю фигурное катание и вот эту вот атмосферу ледового шоу. Это всегда сказка. Давно сами последний раз катались на коньках? А сама последний раз стояла 2 года, наверное, назад на льду.
Ребят, ну расскажите, как вот вы уже откатались на шоу, как у вас впечатления, эмоции? Ну, замечательно. Безупречно. Да, лучшее шоу сегодняшнего дня. Так, да. Мы идем прямо, мы идем в гримерке. Я ни разу не споткнулся. Это неожиданно, а вот Алла? Нет, Алла была вообще очаровательна. У нас был номер. Как бы на Ведьмаковом, да? Мне кажется, мы никогда так не катали, как сегодня. Посмотрите, кстати, очень красиво. Да, здесь. И сейчас вылежьте, найдите. Надеюсь, я поступлю. Сегодня... Надеюсь, я надеюсь. У Жени день рождения. Отмечаем. Классно. Женя Тарасова, партнерша Вовы. Как вы будете отмечать? Сейчас еще одну шоу пойдем. Скажи, а что там и за подарок? И подарок. Какой? Так, подарок. Ну расскажи. А это вам Женя расскажет. Расскажи. Ну нельзя же рассказать, это же сюрприз. Это интервью попозже выложить, да? Завтра будет влог про все это вот мероприятие. Расскажи. Это... Расскажи. Кайфуем. Любим принимать участие в шоу Илюши. Спасибо.